Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. Так, ну что, солнышко, показывай, что у нас тут есть. Забираем с тобой 75 пеньков, что ли? А, нет, это на седьмой день. А пока у нас пиньята. Капусточка. Опачки. Так, 91 капуста. Горохострел. И еще один горохострел. И все. На сегодня мне сказали, достаточно себе, парень. Так, что мы тут забираем? Еще одна пиньета. Из нее нам выпадает с тобой 5 чомперов. Ну, допустим, 5 чомперов. Здесь просто забираем 5 кристаллов. Все. Замечательно. Ну что? Это я не хочу пока играть ивент, друзья мои. Ну, конечно же, как я могу пропустить мой любимый ивент? Я без него никуда. Что у нас тут? Нам дают... А что он здесь один стоит? Ну, ладно. Сейчас я их тут везде понаставлю. Ну, куда прешь? Так, давай, наверное, сюда вот сразу рядышком поставим. Пускай горят. Так, а магнит-то фига ли тут магнит? Ну ладно, допустим, сюда я поставлю его. Ну, чтобы, наверное, сгорали побыстрее и поэффективнее, да, скажем так. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, что-то мне это совсем как-то не нравится. Окей, допустим. Дай-ка, наверное, сюда поставлю магнит. Что там пишут? Суперволна, что типа бежит, да? А вот так. Сейчас. Тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь. В обраточку. Конечно же, ребята, в обраточку. Слушай, ну ты-то куда, повар, идешь, а? Гори. Гори в аду, поваренок. Так, а ты-то куда шпаришь? Естественно, естественно, он бросает своих этих охламонов несчастных. Как же без них-то? Все, сгорел дотла. Ну и этот мелкий бесенок тоже. Замечательно. Так, ну давай здесь вот. А тут? И тут. Ну, 5 кабачков, свекла 5 штук, ну и 1000 монет. Мне вот интересно другое, а дадут ли мне пройти еще разок, а? Ну, второй раз. Ну что, вторая попытка все-таки получилась, ребята. Просмотрел рекламу, и все у нас вышло. Ну что, я тогда так же делаю. Все, заставим просто-напросто этой лавой и гуавой, и... горе знать не будем. Вот так, сюда поставим магнит, на всякий случай. Ну куда ты ползешь, а, мелкий хлыщ? Тут у нас абсолютно все в лаве. Так, вот здесь вот сразу, где исчезает лава, надо будет сразу ставить. Так, хорошо поливает. Ой, хорошо, как их лавушка, ребята, а, бомбит. Прям у меня нет слов. Так, давай-ка, опа. Он что, взорвался? Взорвался. Куда вы собрались-то? Давай сюда. Так, бежит, бежит. Я слышу этого гаргантюа здорового. Я тебе не дам пройти, можно даже не радоваться. Никуда ты не пройдешь. Можешь кого тут хочешь забрасывать, но ничего я тебе не дам. Все. Погорельцы несчастные. Довольно легкое событие на самом деле. Ивент точнее. Так, 10 кабачков и 5 кабачков. И 1000 монет. Ну что, с ежедневками на сегодня у нас покончено. Теперь давай смотреть, какие тут у нас есть интересные задания. Будьте добры показать мне весь список. Блин, я в эту игру так давно не заходил, друзья, если честно.
Так, что мы тут можем взять? Ух ты. Это что за горохострел такой интересный? Опа, это кто такой? Да, слишком долго я отсутствовал. Даже не знаю, что здесь у нас, ребята, вообще происходит. Так, это я забрал за видос, то, что посмотрел. Еще 1000 монет забираем. Так, это что такое? Открыли пиньяту, еще 1000 монет сверху, да? Зарабатываем, окей. Какой бы ивент нам начать проходить? Давай, наверное, посмотрим, что вот это вот. Что за такой горохострел в шапке, интересно? Выглядит прикольно, вот он. Так, ну что, опять у нас пустыня, опять Египет. Сразу набираем энергии. Подсолнухи. Посмотрим, насколько хорош этот чудный, так скажем, горохострел. Ага, вот он очень быстро стреляет, кстати. По 2 снарядика. Это меня приятно удивляет. Это новый горохострел, я так понимаю, да? В игре появился. Или это просто обычный горохострел, просто его так сделали здесь. Так, стоп. Нам надо... Блин, ну 400 стоит, он дорого стоит, я тебе скажу. Причем они начинают вот эту вот стрельбу автоматически, видимо, накапливают энергию и начинают бомбить. Сюда я поставлю. Так, солнышко, солнышко в руках. Блин. А тут-то как мы с тобой лопухнулись, не увидели, а? Это ведь я не увидел. Это я не увидел. Так, дайте мне еще, пожалуйста, одного поставить. Ну, какую вот сюда, наверное, его влепим. Потому что их по центру что-то уж больно много идет. Это последние хламоны. Заморозься. Давай так сделаем. Все. Этот этап у нас пройден. Давай сюда эти монетки. Так, у нас, кстати, сколько? Получается 13 тысяч монет. Мы, наверное, можем кого-то прокачать из растений. Наверное. Слушай, а что такое 4 часа 37 минут? Это что такое? А. Понял. То есть через 4 часа 30 минут это событие закончится. Блин, зря я, наверное, в магазин. Нет, смотри-ка, не глюкануло. Неужели починили игру, а? А раньше тут глючило по черноку все. В этот магазин невозможно было зайти. А сейчас заходишь как домой. А бесплатно есть пиньятушка, нет? Бесплатной пиньяты, по ходу дела, нет. А раньше была. Да, раньше была. Сейчас я не вижу, чтобы она была. А вот, есть, друзья мои, конечно, есть. Бесплатная пиньята. Ну, могилоед. Магнифилин глаз этот. И все? Да. Дали мне какой-то шифпотреб. Так, ну что, забираем еще 1000 монет. Копилочку, пожалуйста. Так, дай-ка я на огороде 1000 лет не был. Дай хоть глянуть-то, вспомнить, что у нас тут. О! Цветочки мои. Посадили. Поливаем. Так, Жужу, ты где там у меня?
Ну давай, 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 иди быстрее сюда поливай. Летает там, не спеша. Ну что, погнали тогда дальше проходить события. Так, сюда, да, нужно? Ивенты. Пам-пам-парам-пам. Погнали далее. Погнали далее. Посмотрим, что у нас будет на втором этапе. Ух ты. То есть мне нельзя, чтобы эти подсолнухи схавали, да? У нас неприкосновенная зона. И там зомби-пираты. И тут я еще сам выбор делаю. Возьму, наверное, орех. Нет. Не буду я брать никакой орех. Возьму Джека. Тут же с попугаями, наверное, да, будут, как всегда. Возьму, наверное, вот этот орех. Так, что еще? Так, тут наверняка еще будут на этих, на лианах, да, прыгать. 100% тебе говорю, что будут здесь прыгунцы эти. Поэтому мне надо как-то... Гранат возьму. И... Что тут, подсолнухов нельзя, что ли, выставлять? Я не могу, без солнечной энергии? Вы серьезно? То есть я не смогу энергию, блин, получать. Зашибись. Тогда... Что тогда? Тогда высокий орех. Давай вот этот вот поставим. Ну что, вроде как готов. А, вот же у нас подсолнухи. Да что же я туплю-то? Вот подсолнухи, которые будут мне давать энергию. Так. На всякий случай. А здесь поставим голографический орех. Также тут поставим Джека. Ну куда ты лезешь? Так, дай-ка я, наверное, вот так вот сделаю. Что там у нас? Хихикает, хохочет. Не пройдете вы все, гаденыши мелкие. Не пройдете вы мимо меня. Вот тут вот мне не нравится. Вот тут мне не нравится совсем, что происходит. Хлопушка хлопнула. Активирую щиты. Спасибочки. Так, давай, Джек, иди сюда. Так, наверное, вот так вот сделаем. Чтобы их меньше здесь было. Побежали, разогнались уже тут. Нет, Джек прикольный. Джек это топчик в данный момент. Он кого жрет? Стену или орех? Я не могу понять. Тут, кстати, тоже как-то легко. Ну что же, мне чем легче, тем лучше. Для меня, по крайней мере, потому что я зарабатываю на этом. Квест комплит. Может быть, квест и комплит, но это еще не конец нашей эпопеи, потому что мы переходим на третий этап, ребята. Третий этап. Смотрим. Ну давай, 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 давай. Ага. Только не говорите, что вы мне одного его оставите. Я должен буду тут... нет, смотри-ка, пеньки. Курицы. Друзья, если мы видим курицу, сразу же берем... Правильно. Электрический камыш. Твою налево, тут еще и эти будут. Блин. Блин, горелый. Они будут бежать, бомбить. В общем, доставать нас. Что тогда нам делать? Что бы мне такое сделать? Жабу. Ну, жаба съест и все. Так-с. Бомб-гранат взять.
Эхи-хи-хи-хи. А молодец какой я. А подсолнухи брать не будем? Не, не надо, да? Зачем? Зачем нам подсолнухи? Подсолнухи нам не нужны. А на самом деле они нам очень сильно нужны. Давай-ка я, наверное... А где у нас гриб? Гриб, который вырабатывает монетки, что-то я не помню. Маленький такой грибочек, вот он. Солнечный гриб называется. Ух. Пойдем. Начнем потихонечку. Так, ну само собой камыши сразу поставим, потому что я не знаю, что там будет. Так, бомби по нему. Ага, для начала им. Я тебя сейчас там подрынкаю. Это пианист уже, да, наяривает. Так, ну все, с грибами уже, по-моему, хорош. Ну-ка. Ага. Пока все вроде бы норм. Почему орехи не делают защиты? Я что-то не могу понять. Блин, горелые ребята. Ай-яй-яй-яй, еще танцоры тут. Бомбаш. Прошли, кажется. Почему орехи не сделали защиты? Я вот этого не понял. Странно. Они должны были делать барьер, но его почему-то я не увидел. Что-то интересное тут происходит. Так, давай-ка заберем с собой один самоцвет. Один самоцвет. И переходим на четвертую миссию. На четвертой миссии посмотрим, что нас тут ожидает. Давай, давай. О! Ты смотри-ка, на чем он стоит, а? Ой-ой-ой-ой-ой, роботы. Ну что же, тут тогда, ребят, надо делать следующим образом. Если идут роботы... Так, Джек нам пригодится здесь. Где у меня эти электрические? Так... Вот этого возьмем. Дальше нам надо будет взять камыш. Погоди-ка секундочку. Блин, я все время путаюсь. Где у меня вот этот вот, как он называется, абрикос или перс? Вот он. Вот он, персик. И что еще? Что еще мне нужно? Подсолнух? Да, наверное, так. Ну что, попробуем? Спасибо. Блин, я знаешь, что не взял? Забыл. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, пока не будем ставить. Вот-вот-вот-вот-вот. Против этих летающих я забыл, ребята, взять. Чтобы их откидывать. Так, Джеки, встаем сюда и бомбим бесчадно. Ну что, зарядим? Блин!
Уже готовы были пройти здесь. А вон идет Гаргантюаха здоровая. Сейчас будет вжаривать тут всех. Нет, надо их глушить. Все, это последние зомби, ребят, идут. Хе, вообще нормуль. Блин, нифига не нормуль. Пройдоха мелкий, все. Испепелили мы его. Ну что там? Ты посмотри, что творит, а? Ты серьезно сейчас? Сидит там, наяривает. Ребят, ну, 15 тысяч. Слушай, 15 тысяч монет. Замечательно. И у нас последний здесь этап. Последний этап должен быть, ну, как бы, по логике, самым сложным. Заключительный этап, он всегда должен быть самым сложным. Ну, проверим. Ух, ё-моё, с динозаврами. Ай-яй-яй. Так, а это что такое, я забыл уже. Это мята или что это такое? Блин, это мята. Ну, зачем я ее заюзал сейчас? Скажи вот мне на милость. Идет. Вдвоем они там к тому же идут. А вот и... Блин. Не было печали. Чтобы вам пусто было. Вот сейчас побегут орды. И что делает? Чехотник говорит. Тьфу. Ну вот. Начинает подкидывать еще сюда здесь нам. Спортсмены доставучие, а? Я кто-то тут в рване, наверное. Как в старые добрые. О, опять скорость пойдет сейчас. Огненными. Не понял я, это что там? Ёк, макарёк, там еще и этот вылез. Осьминоги пошли. Гаргантюаха пошел. Я его буду взрывать сейчас. Куда ты побежал, хламонище? Все? Получили свое? Финальная волна, пишут. Дай-ка я туда закину хорошенького тротила. Не понял, ты чё? Ты чё такое? Фига, они тут паутинки свои разбросали. Я думаю, чё у меня не стреляет? Они их запутали. Так, ребят, ну что, это событие мы прошли. Давай-ка посмотрим, что за награды. Неужели нам дадут вот этих вот 50 штук? Точно? Ну, неплохой горохострел, вот серьезно тебе говорю, неплохой. Довольно быстро стреляет, и причем он может супер атаку делать через определенное время. А вот кто это такой, вот это мне непонятно. Поэтому, естественно, я буду проходить и это событие. Опять у нас Египет. Похож чем-то на перец с какими-то двумя, я не пойму, что это такое у него. Колобахи какие-то. Ну-ка, дай я посмотрю, что он хоть делает-то. Типа такой, типа с колонками, да? Поставил еще не туда, куда надо, блин.
А чё? Подожди, а что он делает тут? Вот как это работает. И исчезает, да? Такую музыку приходит. Рок-н-ролл, ё-моё. И тут же потом улетает куда-то. Так, ну здесь довольно просто будет. Немножко странное, конечно, растение, если честно. Фига он там. На, типа, не подходи. Защищает свою, короче, он сторону. Причем очень даже неплохо. Так, это последние охламоны. Сейчас мы их разносим. А, нет, вот-вот-вот последняя волна. Последняя волна только сейчас пошла. Ну, я думаю, что все, тут победа обеспечена нам. Так, вот побольше сюда тыкв. Ой, тыкву. Этих поставим, капуст. Все, повырубали. Ну что, первое событие у нас пройдено. Довольно отлично. Следующий. Погнали. Я думаю, чтобы его открыть, нам тоже нужно будет 250. А мне дадут, как обычно, всего лишь полтинчик. Так, и опять пиратская фигня. Эти такие, а что происходит? А где мы? Ну, они такие миленькие. Кто это такие? Это, ребят, какой-то, видимо, орешек, да? Орешек. Слышали бы они меня, сказали бы, Рэй, какой мы тебе нафиг орешек? Я же не знаю, кто они. Ну-ка, все так вот. Оба! Тыч! Отлетел, отдуплился чувачок. А что они вообще сами по себе делают? Просто стоят и все. Просто тупо стоят, да? И ничего, они... Ну да, это, видимо, какой-то орех. Орех как защитник идет. Подсолнухи, мне бы не помешала энергия ваша. Как вы на это смотрите, а? Родные мои. Пушка? Никаких пушек. Вытащили уже тут тяжелую артиллерию. Так, эти, наверное, здесь пока не нужны будут, мне кажется. Ну-ка. Давай сюда, наверное. Закинем его. Видишь, он еще помимо того, что он дерется, он еще от моего посадить, он продвигается вперед, главное. И раскидывает их там всех. Такой вот неплохой, не знаю, кто он. Кто он? Похож на перец какой-то, но это не перец. Это какой-то, наверное, салат, мне кажется. Ну, он отлично справляется со своей атакой. Видел, как он делает? Так, 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 давай этого. Все. Даже пушку запинал. Прикольный чувачок, на самом деле. Ладно. Так-с. Давай смотреть дальше. Третий этап. Что у нас на третьем этапе будет? Угу. Нельзя, чтобы их уничтожили. Йо! Вы, блин, серьезно? Так, солнечный томат. Давай так вот поставим. Посмотрим, как он круто будет справляться с этим делом. Видишь, вот он прикольно бомбит, бомбит, потом хоп.
Блин, солнечный томат не так же работает. Слушай, прикольный чувак. Ну-ка давай подсобим здесь. Блин, а он новые здесь выставляет. Так, томат, насколько помню, он работает вот так вот. Он их заражает, и потом из них, по-моему, солнце выпадает. Вроде бы так. Ай-яй-яй-яй-яй. Как он здесь вообще оказался? Да твою ж дивизию, блин, идиот. А как вот он, например, здесь? Бомбит, бомбит, бомбит. Гаргантюаху бомбит, смотри. Так, выпускаем мету. Видишь, он по мете бомбит. А, так он еще и оглушает, ко всему прочему. Блин, а там-то у нас, оказывается, король уже сидит. Как король на именинах. Блин, ну король это плохо. Его надо, ребят, как можно быстрее бомбить. Гаргантюа вышел. Травяной. Смотри, смотри, король балдеет. Все, сейчас мы его нахлобучим. Так, а ну-ка давай сюда. Нечего им там расслабляться. Блин, туда, тут как-то пожестче будет. Ох, сколько солнышек. Так, мету. Мята вызвана. Такой мелкий. Подожди, а тут что, маг где-то идет? Вон, точно маг идет. Я думаю, кто тут превращает? Пумс. Давай еще вот так сделаем. И вот так. Накумаривай, накумаривай. Гаргантюа там, видишь, стоит, все. Готов. Ну что же, это у нас был третий этап, да? Нужен еще четвертый и пятый пройти. Двигаемся дальше. А ну-ка покажи мне. Блин. Зона, ребята, это зона. Плюс шарики, плюс факел. Так, есть у нас сдувалка, нету? Запрещает, запрещают они мне. Ай-яй-яй, и что? Запрещает. Возьмем бин и... И арбуз? Слушай, а мне не запрещает солнечный этот взять. Солнечный подсолнух. Фу, подсолнух, солнечный гриб, подсолнух. Хм. Ну что, попробуем? Так, грибок, давай, не подводи меня. Энергию, пожалуйста. Ну-ка, проверим. Ага, все-таки сбивает он его, да? Тыч! Назад их, правильно. Нечего им здесь делать.
почему ты... Давай так вот. Опять летун. В плане ты еще... Он еще облетать, оказывается, умеет, а? Оглушай, правильно их. Нечего им здесь делать. Мне нравится, что он прыгает и оглушает зомбарей. Они ничего сделать не могут. Они, знаешь, как эти беспомощные. Назад откинь их. Так. Зачем я такую заморозку сделал, я не понимаю. А мне как бы здесь не, особо и не нужна, если честно. Особо, честно, и не нужна. Так, давай, стручок. Я интересно думаю, что он делает под ультой, а? Куда ты тут? Идет он мне с факелом, понимаешь ли? Блин, тут что-то как-то долго. Ну, откидывай их назад. Ага. А этого-то не откинули. Все, улетел в никудашечки. Так, тут еще один. Да ты... Что ты делаешь-то? Придется так активировать. Лопухнулся, ребят. А надо было просто заморозку. Хотя фиг ли от нее толку-то, от одной заморозки-то. Что ты делаешь под ультой? Можно посмотреть? Да ёк-макарёк. Даже не успел применить. А, на него не применяется ульта, кстати. Или применяется все-таки? Не, нельзя. Блин, горелый, что делать? Надо выкапывать. Твою дивизию, блин. Да, здесь из-за летающих я просто погорел. Теперь вот нельзя этого позволять. Теперь этого позволять нам нельзя. Ну, еще не легче. Ну, бей. А, он готов уже. Это последний зомби, да, получается у нас? Да, последний. Последние зомби. Фух, все. Да, две газонокосилки всего лишь осталось. Так-то. Да это в основном из-за летающих. Летающие просто пролетали здесь. Видишь, этот их не трогал. Зачем, я вообще не знаю, взял. Бобовый этот. Ни к силу, ни к городу. Он мне здесь особо сильно и не помог.
Так, ну что, последний у нас этап. Давай-ка глянем. Так, и опять у нас зомби. Зомби космические. Джека возьму. Возьму вот этот подсолнух. Бомб-гранат. Так, летающих нет вроде бы, но я в это не верю. Они должны быть. И они наверняка будут. Плюс. Плюс я возьму, наверное, вот этот вот. Фью, что еще можно? Чем воспользоваться? Все-таки я возьму, наверное, клевер, потому что... Кстати, его можно прокачать, клеверок, оказывается, а? Замечательно. Так, и этого, кстати, можно прокачать. 10 тысяч. Да. Уже нельзя, уже не хватает. Ну что, взрывную мету, что ли, ставить? Давай взрывную мету поставим. Погнали. Взрывные меточки. Как только эти хламоны полетят, если полетят, сразу будем... Зачем я этот-то взял? Зачем я взял... Чертополох, я не пойму что-то. Знаете, вам там подарочек от Рея. Главное смотреть, чтобы летунов не было. То мы знаем этих летающих. Появляется, как всегда, не вовремя. Что-то есть какой-то вот такой вот. Играет. Потом микрофризы такие. Ты не заметил? Как бы экран немножко хоп. Подтупливать начинает. Я не знаю, с чем это связано. Слушай, ну с подсолнухами, по-моему, тут нормально все. Больше и даже не надо делать. Так, давай-ка, наверное, так взорвем. Отлично. Идет следующая новая партия, да? Зомбиков. Вот эту штуку сюда поставим, чтобы она их тут вырубила всех. Пускай он там разбирается. И бум-хум. Бомб-гранат. Бомб-гранат сработал. Так, Джека. Все, эти у нас линии нормально полностью защищены. Так, там роботов нету? Нет? Уже нету. Был там один, мы его уничтожили. То, как каски отлетает. Давай артиллерию. Еще одну. Вообще топово. Так, чертова. А, все. Все, ребята, прошли. Прошли мы с вами это. А полностью события, да? По-моему, это... Нет, это была четвертая миссия. Нет, это вся была полностью, ребята. Ну что, 50? Кто ты такой? Дай хоть посмотреть, как тебя величать-то. Рубарба... Кто? Рубарбариан? Это что? Что еще за Рубарбариан? Я такого даже не знаю, ребят. Первый раз слышу. Рубарбариан. Так, здесь у нас что? 5000 монет у меня. Кому-нибудь можно прокачать? 20 тысяч стоит пенек на прокачку.
Можно водоросли прокачать. Но я ими не пользуюсь, поэтому, как бы, ребят, не особо мне горит желание их прокачивать. 10 тысяч требует. 10 тысяч. Ладно, пока никого не буду, наверное, апать. Накопим денежку и прапаем. Водоросли эти, ну, ребят, ну не хочу я. У нас много ли водных битв? Конечно, нет. Так, я хотел, знаешь, что еще глянуть? Турнир, просто зайти на аренку и посмотреть. Я знаю, что у меня там полное днище. О, как. Вот кто у нас тут разыгрывается. А это что такое? Причем здесь кабачок? Сезон турнир. Странно. Ладно. В следующий раз поиграем. У нас 37 перчаток. Где я столько накопил, ума не приложу. Ну что, друзья, на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!